Бангкок. Из Бангкока до Саратани, а потом Саратани до Краби. И там мы проведем целых 21 день. Конечно, мы не будем сидеть на месте. Мы планируем поездить на разные острова, в том числе и на Пхукет. И где-то числа 28-го вернуться, где-то числа 30-го вернуться домой в Чангмай. Вот такое у нас будет небольшое путешествие. Наш поезд отправляется в 4 часа. Вот такой, кстати, интересный табло. Здесь написано, что поезд 14, маршрут Чангмай – Бангкок. А, здесь есть по-английски перевод. Кстати, я уже читаю по-тайски, поэтому ведь читаю строчки на тайском. Ну что, пойдем?